Лыжники завершили соревновательный сезон спринтерскими эстафетами. Организатором соревнований выступил профсоюз Смоленской АЭС. Несмотря на то, что на календаре уже середина марта, трасса в Генино все еще находится в отличном состоянии. На старт командного спринта вышли 6 мужских и смешанных команд. Борьба была нешуточной. Спортсмены сменяли друг друга на этапах. Все команды боролись очень достойно, а рядом с коридором передачи эстафеты лыжников поддерживали болельщики. Среди мужских команд победителями стали Илья Беляков, Десногорск, и Игорь Козловский, Рославль. Среди микс-команд лидерами стали Андрей Кукушкин и Надежда Буланова. Сегодня пришлось очень потерпеть, но ничего, у меня напарница была в отличной форме, так что мы очень сильным трудом тут завоевали первое место. Спасибо всем за борьбу, за хорошие эмоции. Можно сказать, завершили сезон на положительных нотах. Уже завершившийся сезон порадовал любителей зимних видов спорта погодой, став наиболее снежным за последние года.